дорогие друзья, Света пришла со школы и принесла свой кулек. Ну, показывай. А не надо ножницы? Это такой хакуна. Нет. Нет. У них отдельно заказывали ведь кульки. Мариночка, подожди, доченька. Сейчас посмотрим, что у нее здесь. Ну, почти то же самое. Какая-то ведь новая мишка. Тоже, ну. Мариночка, убери ручки, пожалуйста. Хорошо. Девочки, так у нее температура, вот она и горячая. Ну вот, в целом, вот такой вот кулек. В принципе, вкусный, хороший. Конфетки, вот, стойте, вот такие. Ой, какая маленькая. Новогодняя. Ага, но это мятная. Кстати, вот эти вот мятные я люблю. Можно я их возьму? Бери. Берите по одной конфетке еще. Света, еще оттуда мы брали по одной. Где? Возьми. По одной здесь берем. Егорку позовите, пускай идет, тоже берет. И оттуда вот брать одну. Мы там брали тоже. Ладно, вот такой вот кулек. Все кульки в одном видео постараюсь выложить вам. Всем привет, дорогие друзья. У нас новый день. Как видите, мне уже немного лучше. Температуры уже нет, но горло болит, кашель сохраняется. В целом, у меня Егора пришел со школы, уже Маша пришла со школы. Оксана у меня дома на больничном будет сидеть. Муж с сыном приехали с магазина. Ну, муж с работы, Егор со школы приехал, и папа ему пакет вручил, чтобы он домой унес. Короче, что купил? Чай. Ну, туалетная бумага это... Обязательный элемент. О, приправу взял, хорошо. Потом, что он из приправы взял? Тмин, зиру, приправа для лагмана. Ух ты, карри. Что это, он по новым приправам пошел? У нас приправа так-то не очень все любят. Курицу купил еще одну. Кетчуп. Пятерочки, наверное, брал или в монетке. Бананы. Целую кучу бананов купил. Бананы такие огромные. Второй пакет еще, ребята, есть. Сейчас еще вам покажу. Еще одна курица и свеклу с морковкой на Новый год взял. Вот в целом все покупки. Так. Сейчас уберу чай, остальное потом сам. Я сейчас поеду в город, мне надо съездить в администрацию. Короче, не успеваю, я в декабре уже детский делать буду, в январе делать, потому что я не могу, я себя плохо чувствую, ходить плохо мне. Меня сейчас там в городе встретит Света, потому что одна я пока еще боюсь куда-то на дальнее расстояние идти, потому что у меня кружится голова. Так что вот такие вот дела. Ребятки играют. Сегодня им от Деда Мороза уже подарочек такой небольшой был в виде сладостей. Там чуть-чуть я приготовила так, как будто бы от Деда Мороза. Но дети рады были до чертиков. Я это не снимала, потому что на тот момент еще не очень себя чувствовала. Поэтому сейчас уже более-менее расходилась. И получше стало. Немножко начала снимать. Ну что, ребят, выздоровеем к Новому году, постараюсь все равно. Ну, на Новый год все равно стол хоть немножко, но накрою. Ладно, всем хорошего дня. Ребята, я поехала в администрацию. Там меня в городе Светик ждет. И сходим с ней. Быстро сделаем остатки документов. Все. На этот год у нас будет завершающий. Ладно, всем хорошего дня. Дорогие друзья, съездили мы со Светой в город. Знаете, нет ничего хуже ездить больной в город. Очень тяжело ходить. Я уже чувствую, что неплохо. Я говорю, Свет, все, домой едем. Я говорю, я не могу. Короче, зашли, купили молоко. Света, это подбери, пожалуйста. А, Света открывает посылки. Ну, тогда... Да. А что это такое? А там две, вроде бы, нет. А нет, два. А, это для ушей. Чистить уши. Все, поняла. Свете не терпелось посмотреть, что там у нас за китайские посылки пришли. А это что такое? А, все, это потом покажу. На это убери.
это я поняла, выкинь, пожалуйста. Так, дальше, короче говоря, молоко взяла. Потом батон взяла. Детка, детки у меня хорошо батон едят. Крекер вот такой взяла. Ну, это подписчица потом. Вот еще один батон взяла. Два батона взяла. Подожди, Марина. Каравай. Черный. Хлеб белый, две булки. Так, пожалуйста, дай пакет мне еще один. Наклоняться не могу. Голова кружится. Ваня, отойди, пожалуйста, сына. Молодец, умница, помог маме. Дальше. Батон сыра. Вон, забыла, все. Да вообще, оборзела. Наглая. Чай. Бич-пакет. Это у меня Света попросила бич-пакет, а потом батон колбаски взяли. Так, убери, пожалуйста. Еще бич-пакеты. Еще бич-пакеты. Чай. Взяла вот такую на пробу для мытья посуды. Она такая прорезиненная, знаете, мягкая-мягкая. Вообще классная. Дальше. Питье. Да. Да. Дальше у нас, как вы знаете, праздники сейчас. Мы заказывали на Валберес, так как у меня девочки, бигуди. Вот такие вот, знаете, как раньше старого образца, бигудюшки. Вот они пришли. На праздник они хотят быть красивыми. И вот и бигудюшки. Дальше. Станки. Это я себе заказывала. Понятно. Да, ребят, себе. Дальше. Гирлянды. В форме снеговичков на елочках. А ты что ждешь? А? Что ждешь? Как бы так показать? В форме снеговичков, видите, на елочку, на Марину. Ой, Свет, даже они сказали, светятся красиво. Тут кнопка есть, а тут, наверное, защитную пленку надо сначала, да, убирать. Ну потом посмотрим, что мы не проверили даже там гирлянды. Выкинь, Ваня, пожалуйста. Потом еще одни гирлянды пришли, но мы их даже не открывали. Пойду их сейчас. Там на пленку просто, там батарейка есть, там просто на защитную эту убрать. А эти мы даже что-то не проверили. Ой, какие классные. Смотрите, какие красивые, ребят. Ну, их в розетку на эту 5-метровую нить. Я потом покажу, как они будут. Заказывали на Валберес, там скидка была на эти гирлянды. И мы заказывали их. Что, не срабатывает, что ли? И бумага для полочек в шкафчике. Я правильно сказала? Нет? Нет, спросила? Они по-разному стоят? По идее, должны. Вот они. Несколько режимов. Мы хотим их на елочку, они на батарейках. А, это не на... А вот это вот заедает, видишь? Кнопка что? А, нет, это такой режим. Я думала, кнопка заедает. А это такой режим, ребят. Ну, вот такие вот гирлянды. Поближе. Я сейчас выключу. Поближе снеговичков хочу вам показать. Такие вот красивые снеговички. Держи. И вот вторые забирай. Все, ребят, вот такие вот целые покупки были. Обычные, да? Нет. Я их уже показывала. Смотрите, они мягенькие, красивенькие, вообще классные. Смотрите, ребят. А, здесь же можно точно включить. Я забыла, ребят. Сейчас мы их покажем. Сейчас немножко раскручу хотя бы. Мне надо еще раскрутить. Ванюш, подожди, сына. Подожди секунду. У меня не 10 рук. Ой, какие классные, смотрите, ребят. Нежные цвета, да? Вам нравится? Да. Дети рады.
Смотрите, они такие интересные, это, мохнатенькие, да, такие на ощупь даже, да, интересные, красивые. Еще будешь? Напишите, как вам нравится или нет, но ну, дети будут сегодня. Это мы в нашу комнату уже повесим. Маша хочет тоже в нашей комнате, так как со мной в комнате Маша и Ваня. Это уже в нашу комнату будет все. Ну, вот такая вот красота. На, Светик. Все, я сейчас пойду выпью таблетки. Дай мне сумку на зеркале. Там, дай попробовать, кстати. Что это? Ой, какая холодная. Маленьким-то давала? Да. Дайте мне сумку на зеркале висит, лекарство достану. Я зашла в аптеку, купила антибиотик Ване. Нет, вот этот вот, амоксиклав с сиропом, потому что таблетки у меня есть, я ему даю, но он от них блюет. Поэтому, ой, я сама-то пью таблетки. Марина, отойди, пожалуйста. А он будет вот это пить. Вот такие вот, ребят, все покупки были. Я уже почти выздоровела, все хорошо. Ну, я надеюсь, сейчас, ну, хотя вот сейчас прогулки, я чувствую, что у меня температура опять. Поэтому сейчас Светик все уберет, я сейчас пойду по мере температуры и посмотрю, что и как будет. Если вам интересно, то оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Всем говорим пока-пока. С наступающим вас Новым годом. Желаю крепкого здоровья. Всем привет, дорогие друзья. У нас сегодня 30 число. Я сегодня дальше ничего не снимала, потому что... Как вы понимаете, мне говорить тяжело, потому что с кашля сразу начинается. В целом, съездили мы с мужем в город, кое-что купили к Новому году. И я все думала, что же ему подарить, и вот что ему на подарок купила. Вот такие вот чулки. Я ему спросила, я говорю, ты себе купила? Он говорит, нет. Ну вот я ему и купила. Вот такие вот сапожки. Дай папе. Все, это дальше не буду. Дальше, что мы взяли? Сыр грибной взяла, вот такой вот. Ой, с ветчиной. Это будут дети на Новый год делать канапе, да, Маша? Такие бутербродики, хлеб, колбаска, там всякое такое. Мазать будет, это вот на Новый год тоже. Дальше, потом ведерко майонеза взяли, салат делать. Муж, как всегда, какие-то приправы взял. А, карри он взял, карри. Для курицы я приправы не нашла, но что-нибудь придумал. Потом мы нашей кошечке и там еще кое-каким животным Масе взяла корм на Новый год. Мы ее побалуем в Новый год, да? Потом вот такие два корма взяла. Это у нас для других животных. Нам аж холодильник дверку убирает, доча. Дальше вот такую колбаску взяли на стол нарезать на Новый год. Машенька, ложи тоже в холодильник. Это копченая. Есть вареная, а это копченая. Это тоже на Новый год. Вот это вот тоже на Новый год. Убирай. Потом вот такие два паштета, это мы сегодня взяли покушать. Мам. Какие-то аппетитные. Закрывай холодильник, чтобы долго не стоял открытый. Мама. Марин, видишь, мне некогда. Чеснок. Лука. Набрали целую кучу. Сейчас покажу, что еще. Ничего такого, ребят, не брала. Денег нет, поэтому ничего такого не берем. Дальше. Хлеб взяла. Две булки. Потом на Новый год зелень купила. Держи. А где фрукты, да чё, которые мы купили? Мандарины, да чё? Может, в сером пакете? Нет. Нет, мы еще мандарины, да чё, покупали. А куда папа их убрал-то? Мы еще легкое купили. А куда папа фрукты-то убрал? Ну, положи пока здесь, сейчас уберем. Я там уже легкое. Владик, а ты куда фрукты убрал? А ты мандарины не покупал, что ли? А я что думала, я мандарины взяла, я и здесь не взяла. Дальше, короче, игра. Две селедки. Три. Положи пока здесь, сейчас все уберем. На завтра потом немножко яблочек взяла. По 65 рублей красных и желтых. Так, и один огурчик, это будем и канапешки когда делать, колбаска, огурчик, сыр будем вот это вот
будем разные делать на стол, да? И вот на эту вот красивую тарелку мы будем все устанавливать. Вот такие вот, ребят, в целом все покупки были. Да, немного, но у нас большинство закуплено уже. Поэтому, что смогли взять, то взяли. Ладно, прошу уж прощения, пока ничего не снимаю, потому что я пока совсем плохо чувствую. Поэтому простите. Сейчас покажу то, что муж у меня сегодня вермишель сварил и подливу вкусную сделал. Я пока, потому что не в состоянии даже стоять, у меня голова кружится. Поэтому ладно. Всех с наступающим Новым годом!